Мы с Викторией прогуливаемся до Дон Кихота. У меня достаточно скоро заканчиваются каникулы. Мои очередные весенние каникулы. Или скорее это называется отпуск. Так как я взял отпуск на работе от преподавания английского языка. Готовлюсь я не столь активно, как хотелось бы, потому что есть еще основная работа, но все-таки готовлюсь к экзамену по японскому языку. Я практически в себе не сомневаюсь. Отчасти волнение присутствует. Одну секунду. Виктория куда-то пропала. Мы планируем все-таки добраться до Дон Кихота, так как вечер. И уже стало теплее в течение дня, но по вечерам почему-то так или иначе задувает еще каким-то свежим таким полузимним воздухом. Наверное, это ненадолго. Плюс-минус еще на неделю. И уже наступит практически лето. Виктория на подходе. На Шима-Китазаве к какому-то непривычному удивлению все больше туристов оказывается, которых мы совсем отвыкли видеть. Мне очень нравится, как провода, которые соединяют квартиры, бары, рестораны и различные заведения, переплетаются на таких столбах. Выглядит это, на мой взгляд, обалденно. Так вот, да, я даже рубашку поправил так, то есть, не знаю, как называется это, воротничок? Бомбер. А? Нет, это все нормально. В общем, пришлось его приподнять, потому что действительно улица свежо. А так выглядит дорама, но посетителей здесь нет. Все светится, и обман на регулярной основе так или иначе присутствует. Там самые крутые, там есть фигуры. Да, мы пару раз играли, но... Ну, это практически невозможно выиграть. Очевидно, что на это и рассчитано. Сделали они украшения в виде цветущей сакуры. Когда мы ездили на Фудзияму, там было такое огромное количество туристов, то что в некоторые места, где делают фотографии, пускали по очереди и не давали находиться более 5 минут и запускали по 50 человек. Потому что по-другому люди бы просто не уходили с этих точек. И было бы настоящее столпотворение. А все-таки до Дон Кихота мы практически добрались. На обратном пути, возможно, будем идти, как вот эта пара. Ветрено очень, конечно. Ну, так, наверное, приходит весна. Со временем будет наступать лето.